Этой весной школа здорового образа жизни Днепропетровска представляет несколько проектов. Один из них – хождение по углям. Скажем сразу, это не просто развлечение. При хождении по углям начинается преодоление себя, а в результате человек становится крепким и сильным духом. С помощью этого ритуала люди могут избавиться от болезней и от страхов. Кроме того, очищение огнем дает возможность утвердиться в этом мире, также исцелить свой дух, свое тело. Температура углей обычно составляет от 300 до 800 градусов. Стоит отметить, что противопоказаний по хождению по углям практически нет, но не рекомендуется лицам, которые имеют психологические заболевания. Обучение углехождению будет проводиться для днепропетровчан каждое воскресенье в 10:00 на Фрунзенском канале группами по 15-20 человек.